Через несколько лет путь от многофункционального центра до 17-й школы украсят набравшие силу пирамидальные тополя и декоративные яблони. Новая аллея будет носить имя столетия ВЛКСМ. Когда Вадим Лисенков узнал, что есть возможность сделать город красивее, не задумываясь, отправился на акцию вместе со своими друзьями. У нас на самом деле все очень чисто, очень зелено. И то, что мы сейчас будем заниматься посадкой аллеи, это в любом случае не ухудшит город, а в любом случае пойдет только это на пользу. Участники акции четко распределили роли. Девушкам досталась работа по поливке деревьев, а молодым людям – подготовка ямы и переноска тяжелых саженцев. Действовали коллектив ребят слаженно и быстро. Все понимали, делают одно большое и полезное дело, которым потом смогут гордиться. Нравится, когда в городе, например, особенно вот когда город обращается к молодежи, это значит, что городу не безразлична молодежь, и я бы с удовольствием в этом поучаствовал. Инициатором посадки аллеи, посвященной столетию ВЛКСМ, стал депутат городской думы, а в прошлом один из секретарей городского комитета комсомола Иван Ситников. Несколько месяцев согласований с различными инстанциями, покупка саженцев, и все ради одной цели – рассказать подрастающему поколению о такой организации, как комсомол. Мало посадить дерево, просто как зеленое насаждение. Здесь еще преследуется воспитательный эффект. Если молодые люди в честь своих бабушек и дедушек, которые были когда-то комсомольцами, посадят эту аллею, они будут хвалиться и своим детям и внукам будут говорить: «Это я посадил». Сложность, с которой столкнулись волонтеры, на месте будущей аллеи – каменистая земля. Как выяснилось, в процессе подготовки почвы при строительстве здания общежития рабочие мусор не вывозили, а просто закапывали. Но место организатора менять не стали. Мы долго выбирали, где посадить эту аллею, но ведь не на задворках ее разбивать, и не во дворах, где никто не увидит. У нас все-таки улица Зернова – это парадный въезд в наш город, да? Третий КПП и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы здесь прижились, на достаточно неухоженной территории, достаточно престижные деревья. Деревья высажены, пройдет несколько лет, и в их тени с удовольствием будут отдыхать саровчане, добрым словом вспоминая не только комсомольскую организацию, но и ребят, которые эту аллею сажали. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.